Привет, друзья! С вами Оскелли. И в канун Нового года и Рождества я хочу поговорить с вами о такой важной теме, как... Та-дам! О подарках. Набор открыток и конфеты оставьте подруге, которую вы не очень любите. Оскелли поможет вам сделать самый лучший выбор подарка для своих близких. Беспроигрышным вариантом является что-то из одежды, что-нибудь теплое, например, шапка. Если среди ваших близких есть модники, ушанка от Chanel будет идеальным вариантом. Для тех, кто предпочитает более лаконичный стиль, есть варианты шапок от Dolce Gabbana, Burberry и Yves Saint Laurent. Следующими в списке подарков у нас стоят кошельки и визитницы, а еще солнцезащитные очки и ремни. Если вы делаете подарок для девушки, ориентируйтесь на цвета ее сумочки. Если для молодого человека, соблюдайте классику. Коричневые, темно-синие и черные цвета всегда будут актуальны. И если вы хотите расширить бюджет вашего подарка, выбираем ювелирные украшения. Кольца хороши только в случае помолвки, поэтому ориентируемся на браслеты, серьги, броши. Ну и, конечно же, вы всегда можете передарить что-нибудь ненужное. Главное – красиво это упаковать. Друзья, хорошего вам Нового года, много полезных